Еще бутоны роз. Это парк. Дворяная. Нет. Скорсловаться с полками фратишки в лазни. Часовые сутятницы. Ага, честный час. Точное время. Старый дом. Метеорологический слоп. Так это метеостолб. Мама была метеоролог моя. Папа гидролог. Метеорологические померы. Климатические брюки. Ага. Сколько снегу. Температура. Скорость ветра. Солнечный свет. Класс. Вот это столб метеорологический. Франтишка Шлазни. 1882. Франтишка Лазни. Подле мапы климатических областей Чешской Республики, вернее, такой области. Мирная теплая область. Температура по месяцам. Абсолютный экстрем. И примерная температура. Бывает минус 30. Максимальная вышка снегу была 39 в январе. А сейчас декабрь. 1 декабря было минус 29. И бывала высота снегу 39. А максимально было... Ага. Сколько? 107 миллиметров. Ясно. Ветер. Наитеплейший год был 2007. 8 градусов. Наитеплейший месяц. Июль 21. Все про этот город. Хороший столб. Метеорологический столб. Франтишковой лазни. И такая надпись. Метеослоп. Кафе Бельведере. Супер. Бельведере. Уже тепломер. Сейчас 0. А мы приели, было минус 5. Барометр и волхкометр. Влажность и барометр. Давление. Атмосферно. Это супер вещь. Вот во многих городах что-то есть подобное. Но во Франтишковой Лазни вообще круто. И вот роза ветров. Метеорологические померы.